Представьте себе, семья, дети, да еще и свой бизнес. Как в таком плотном графике находить время на себя и оставаться при этом невероятно привлекательной? Ответ на этот вопрос точно знают прекрасные дамы из Ставрополя, Михайловска, Буденновска, Невинномысска, Железноводска и Нефтекумска. Женщины поборолись за звание «Миссис Ставропольский край 2021». Члены жюри выбирали самую лучшую супругу, маму и бизнес-леди в одном лице. Все участницы выглядели сногсшибательно, и их переживания за очаровательными улыбками были почти незаметны. Подходило все очень серьезно. Каждые выходные мы встречались, репетировали танцы, постановки, дефиле. Ну, как бы достаточно серьезно и долго. Конечно же, это трудно было, но в то же время очень было интересно и с огромным желанием приезжала всегда. В подготовительных этапах конкурса дамы участвовали в мастер-классах по разным направлениям. Это танцы, йога, рукоделие, умение стильно одеваться, делать прически и красивый макияж. Организаторы мастер-классов отмечают, что все участницы справились на отлично. Быстрый вариант создания макияжа с помощью одного карандаша, когда можно подчеркнуть контур лица, выделить глаза и сделать светотени. Сложности, возможно, были немножко с прическами, потому что было трудно работать с платками. Мы брали платки и с помощью них создавали объемные дульки, хвосты. Тут было чуть сложнее, а так в целом все справились, молодцы. Но такой солидный титул лишь похвалами не заслужить. Во время финала участницы продемонстрировали, на что они способны. Они показали видеовизитки и творческие номера, чтобы впечатлить жюри. Отдельный приз подготовила и наша телекомпания – специальный сертификат. Его обладательница станет гостьей программы «Актуальное интервью» на своем ТВ. Мало того, что это женщины, красивые, молодые, они же ведь еще и матеря, они ведь еще и жены. Поэтому тут придется очень сложно и придется постараться, чтобы выбрать ту единственную, лучшую, хотя все прекрасны. Тут не поспоришь. И кому-то повезет сегодня больше, кому-то повезет, наверное, немножко меньше. Проигравших в этом конкурсе нет, ведь все участницы уже победители по жизни. Однако по итогам оценок жюри заветный титул получила ставропольчанка Любовь Некрасова-Ерошкина. Мама двух детей теперь носит почетное звание «Миссис Ставропольский край 2021». Ярослав Лапин и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.